Западные территории Тверской области продолжают приходить в себя после разрушительного торнадо, который обрушился на регион 2 августа. Наиболее пострадавшими районами оказались Андреапольский и Осташковский, где из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 метров в секунду произошло падение деревьев на жилые дома. Сейчас на территории муниципалитета продолжаются восстановительные работы. С места событий материал нашей съемочной группы. Рабочие на спецтехнике занимаются уборкой поваленных деревьев и восстановлением опор ЛЭП. А местные жители забирают последние вещи из полуразрушенных домов. Такую картину можно наблюдать в одном из населенных пунктов Андреапольского района. Именно этот муниципалитет принял на себя основной удар стихии. Ураганный ветер порывами до 25 метров в секунду валил деревья на жилые дома, уносил заборы, срывал кровлю. Сейчас, когда грозовой фронт позади, важно как можно скорее ликвидировать последствия непогоды. На месте работает комиссия, возглавляет которую губернатор Игорь Руденя. Члены комиссии совершают подворовые обходы, в оперативном режиме решают возникающие у жителей вопросы. Да, все уберем, потому что потом вы не уберете. Да. Вот этот забор вам нужен? Давайте восстановим. Не, вы лучше его сложить. Вниз убрать. Да. Хорошо, все. Спасибо. Давайте, сейчас организуем. 234 человека работают, все силы и средства на месте. МЧС, МРСК, Министерство лесного хозяйства, ЖКХ, администрация муниципального образования. Сил и средств достаточно, работы продолжаются. Должны восстановить 30 опор сегодня. На месте проводится распил упавших деревьев, разбор конструкции, оказывается адресная помощь по установке временных кровель на домах. В настоящее время с пострадавших от стихии улиц вывезено более 2600 тонн различного мусора. Убрано 165 поваленных деревьев. Как отмечают сами жители, такая помощь со стороны спасателей для них бесценна. Справиться самостоятельно с последствиями стихии они просто не в состоянии. Среди пострадавших много пожилых людей. Все очищают мусор, все деревья вот выкорчевывают, весь этот мусор увозят. Все, что говорим, то и делают. Любой вопрос сразу тут же на месте решают. Одновременно с тем, как спасатели расчищают территорию, идет работа по выполнению данного главой региона поручения оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены, оказать помощь семьям погибших и пострадавших, содействие людям в восстановлении документов в случае, если произошла их утрата. Также стоит задача по обеспечению детей школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года. Органами соцзащиты в оперативном режиме ведется подготовка необходимых документов. Официальное заявление Министерства социальной защиты населения Тверской области. Заявления от граждан собирались при придворовых обходах, чтобы жители оперативно могли получить материальную помощь. Кроме того, по поручению главы региона на контроле областного Минздрава находится оказание медицинской помощи пострадавшим. 5 человек были доставлены в медицинские учреждения Твери. Для эвакуации пациентов привлекались как машины скорой медицинской помощи, так и вертолеты санавиации. Добавим, что на базе главного управления МЧС России по Тверской области открыта горячая линия по круглосуточному телефону 8 48 22 39 09 82.